Он ушел к дяде, да? Да, этот мейт. Это который... Который деньги взял у нас, да? Для рыбалки. И который нам крючки одел. Видишь, какие острые крючки? Пожалуйста, их не трогай. Я не трогаю. Как я могу трогать, если у меня баня? С бананом никто не ходит? Поднимайся, да. Что он делает? Почему он качается? Ну, потому что вы на корабле. Тебя качает корабль. Меня качает. Смотри, как он ходит. Волна небольшая нас уже качает. Я думаю, что больше кушать, наверное. До отплытия, до вечера уже не стоит там. Когда... Почему? Потому что ты, может, вырвешь, чтобы тебя не стошнило. Это просто... Это не... А что это такое? Это буёк. Пальчиком не трогай. Буёк. Он, чтобы когда корабль ударяется о бортик, чтобы не поцарапать корабль. Банан. А я думал, что ты хотел мне сказать классный корабль. Что сказать? Приятного аппетита? Нет. Я думал, что ты хотел сказать классный на корабле. Классно? Тебе нравится на корабле? И мотор стучит. Слышишь, как мотор делает? А что он так делает? Это дядя там трясёт. Это дядя так... И трясёт весь корабль. Я чувствую, как он трясёт нас немножко. Уже перестал качать, да? М? Или не перестал?